ДТП в Златоусте. Столкнулись две легковушки. Момент аварии попал в камеру видеорегистратора. ВАЗ шестой модели решил проскочить перед легковушкой. В итоге столкновение. Водитель отечественного авто, видимо, поздно заметил ВАЗ на главной дороге. Еще одна авария произошла в Усть-Катаве. Две девушки заболтались и случайно выехали на встречную полосу. По предварительным данным, на иномарке была установлена летняя резина. Повезло, что никто не пострадал.